Короче, в чем фишка? Фишка в том, что нужно звук сделать погромче чуть-чуть, наверное, может и потише. Я не знаю просто, как меня слышим. Давайте вот так сделаем. Что-то я давно не играл. Что произошло? Во что-либо. Да. Вот, так. Ну, это Fallout 4, да. Fallout. Мы находимся в неком железном роботе, да. Я не знаю, куда мы идем, я забыл. Но нам необходимо следовать за вот этим чуваком, да. Видите, у него какая-то пушка, да, это... С ним можно поговорить даже, да. Так, я не знаю, стоит ли делать звук громче, ладно. Так, а что мы имеем, собственно говоря? Что мы имеем? Мы имеем какой-то заброшенный город. И имеем... Что еще мы имеем? А, сейчас, секундочку. Так, а, да, точно. А, на самом деле, я не знаю, почему эту игру все так любят. Я знаю, что тут какой-то открытый мир шикарный, но, честно, меня не всегда захватывают те игры, которые захватывают, ну, большинство игроков, скажем. Так, что-то как-то медленно идут, они идут, можешь их поторопить. Они у нас бронированные, да? Ну, походу, да. Почему-то у меня у персонажа нашего красная правая нога и левая красная рука. На самом деле, я думаю, я не буду долго играть здесь. Давайте, может быть, чуть-чуть погромче сделаем. Может быть, вот так. Просто я боюсь, меня не будет слышно. Ну ладно, YouTube там, наверное, что-нибудь подровняет. Фиг знает. Так, мы можем бегать, мы можем прыгать. Да, может быть, у нас поврежденная нога, я не знаю, или рука. Так, вот тут какой-то у нас еще справа индикатор. Как будто табло со скоростью. Ну что там долго-то так? Я что-то не пойму, реально за ними надо идти? Где у нас тут задание посмотреть? Давайте. Я думаю, интересно наблюдать за человеком, который первый раз... Мне почему-то интересно было всегда наблюдать за людьми, которые первый раз в той игре, про которую я знаю больше, чем про другие. Например, да? Че это пикнуло? То есть... Чё? Когда ядерный блок... А чё это такое, я не знаю. Чё это за ядерный блок-то? Вы знаете, я... Всё забыл. Мне нужно объяснять просто на пальцах. Мне нужно объяснять это... вслух, как что тут с этой игрой делать, потому что я ничего тут не понимаю. Так вот, мне кажется, интересно наблюдать за такими людьми, как они все это изучают. Давайте посмотрим, что это такое. Я забыл, как фотоаппарат доставать. О, блин, как все сложно. Ладно. Так, что тут делать надо? Уровень 2, что это такое? Антиради... Что-то там не понял. Так, а если мы зайдем в управление? Давайте посмотрим взаимодействие, вытащить оружие. А, пип-бой, подожди, а это и есть тот фотоаппарат? Вот этот, да? Фотоаппаратоподобное устройство. Ускорение, what's, избранное, быстрое оружие, пауза, инфокарта. Инфо, карта, радиокарта у нас М. Итак, давайте... Да я понял, Q. Что такое Q? M — это карта. Вот оно все, наверное, туда. Permetep, Bret, Pret, Info, карта радио. Радио Керат. Уровень 3. Как вырубить это говно? Я не хочу радио слушать.
Так, что-то еще там надо было нажать. Ладно. Возможно, там есть чем поживиться. Но сначала надо добраться куда-то. Я так, слушайте, а вот это... А, подожди, это, наверное, питбой вот этот. Когда мы нажимаем Tab. То есть, если бы мы были... Мы играли сейчас за человека, да, то есть... Не роботом. Ну, в смысле, не в роботе были, а не в этом. То он... Ух ты, нифига. А, вот, что-то можно улучшать. А, то тогда, наверное, мы бы достали это устройство. Так, что тут делать-то? Я не понимаю. Бутылка, вы... Кастет... Миниган, это то, что у нас, да, вот это? А где ядерный блок-то этот искать? Зов свободы. А, вот задание, наверное. Поговорить с Престоном. Так, радио, да? Я что-то не пойму, ребят. Может быть, я что-то не понимаю, но... Почему они так медленно идут? О, смотрите, а вот эта штука, что это значит? Тут какой-то станок. Я ни хрена не понял, честно говоря, что с ним делать. Давайте. Так, что тут у нас? Вечный двигатель. Так, что тут у нас? Какая-то... Какой-то тренажер, да? Так. А, станция. Подробнее давайте послушаем. Ой. Ой. О, круто. А чё, я потом... А, ну все. Теперь у нас никакого блока нет и... О, миниган есть. Ну это круто. Вот это что такое, смотрите, мастерская. Диван какой-то. Украшение, питание. Оборона, ресурсы, магазин, создание предмета. Давайте создание... А, вверх надо. Дерево. Ой. Так, значит, что тут у нас? Создание предметов. А, это нужно, видите, нас не хватает, видимо. Необходим уровень 2, и у нас не хватает чего-то там еще, наверное. Магазины, ресурсы, ресурсы, вода, пища. Зачем? Ой, блин, как все сложно. Ну, потому что я в этом... Надо разбираться очень долго. А это, знаете ли, не для... Подожди, а где мои друганы? Какого хрена? Эй, подожди. Подожди, а может мне его надеть надо, эту штуку? А куда они... А, подожди, вон там. А, подожди. Ты вот, когда ты записываешь, то... На мой взгляд... не очень приятно... Смотреть, как человек изучает полчаса игру. Вот они, да? Че это за радиация только что была? А чё, у меня только миниган и вот эта двустволка? А, вот пистолет. Ноль патрон. Шикарно, чё. А где миниган-то? Вы чё, пацанчики, офигели? Где пулемет? Происходит радиация какая-то. Патрон нет вообще. Так. Я думаю, здесь можно поселиться. Сделать это место нашим домом. Что скажешь? Это не дом. Мы здесь жили. Странное чувство. Матушка Мерфи. Давайте спросим, что такое матушка Мерфи. Голый, блин. Ой, ладно. Ну как она узнала об этом месте? У нее явно какой-то дар. Нужно это запомнить. Блин, подари мне свою пушку и шляпу. Просто посмотри, как раз такое место мы искали. Ну хорошо, давай, мы здесь жили. Да, мне нравилось здесь жить, еще до войны. В каком смысле до войны? Ты хочешь сказать... Пауза долго затянулась, давайте быстрей. Не забудь, что... Давайте 200 лет... Мы с семьей жили здесь больше 200 лет назад. Потом меня заморозили. Все эти годы мне пришлось провести в холодильнике. Блин, чувак, ты не везешь. Тебе не везет. В холодильнике рядом с курицей провести 200 лет. Нормально. Заморозили, значит... Так, маленький ребенок. Мой сын. Я не хочу об этом говорить, не уверен. Подожди, а что он спросил-то?
Somebody took him away while I was still trapped. Какого хрена там? Я ему имя хотел другое придумать. Черт, мне жаль это слышать. Надеюсь, ты его найдешь. Если нужно будет моя помощь, только скажи. В общем, я рад, что ты здесь. But I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. There's still hope in there are Minutemen out there somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on them. Минитменов нужно доказать людям. Да в том, что у меня и здесь дело не в проворот. Сможешь им помочь? С кого? Нет, не хочу пока. That's your call. I hope you change your mind. Да, вот грамотно нужно ответить. Не только нет, пошел в жопу, а вот именно извини, слушай, но у меня дел много. Интересно, фотографии не были, нет. Ой, сегодня такая хорошая погода была, не представляете. Сегодня какое сегодня? 12-е, 12-е, 15-е, да, то есть декабрь. Блин, шматья какого-нибудь, а то что-то как-то я в портках. Где мои ноги? Я опять их где-то потерял. Наверное, на ранних стадиях разработки игры. Так вот, валил снег, очень круто было. Очень круто. Ну давай, что тебе помочь-то? Блин, меня смущает звук. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out the settlement? What kind of help do they need? Sounded like the usual. Raiders. You'll have to get all the details when you talk to them. Ой, что-то я прослушал, что он сказал. I'd be glad to help. That's fantastic. The Minutemen could use more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgis. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Кстати, я выбрал достаточно приятный, мне кажется, цвет интерфейса для наших глаз. Но в таком виде, я думаю, не стоит идти к жителям. Мне кажется, они меня примут не совсем за традиционного паренька, да? То есть, еще неизвестно, что там за... Жители, мало ли, какие-нибудь тоже трансвеститы ходят, а мы тут в труселях придем. Подожди. Зубная щетка у собаки. Вы что, шутите? Так, ну что? Что? Мы вернулись. Тут сейчас радиация опять будет, да? Так, это наша собака. А где шматьё-то взять? А, подожди, вот тут, наверное. Структура. Какая структура? А, подожди, это наш дом, который мы можем строить, да, я так понимаю? Ну чё, круто. Да, мне знакомый рассказывал, что-то там он какой-то же дом двухэтажный поставил. Оборона даже. Круто, турели, ловушки. Вы знаете, мне... Вот, смотрите, оружие, броня... Торговец, пищи и напитки, больница. О, одежда, давайте. Нахрен мне эта одежда не нужна, я вам честно скажу, но так. Для приличия. Чё надо-то? Нельзя, что ли, ещё ничего? Дерево. Блин, вырубите музыку, мне опять сейчас YouTube заблочит. Какого хрена? Ладно, если вы не услышите мой голос, значит... Но обычно там только музыку удаляют, ладно. Хочу поставить метку. Ну ладно, чё. В принципе, сейчас теплые ночи, так что так походим. О, верстак. О, смотрите, мы уже... А, нет, мы голые все равно. Кастет, выкидной нож, пистолет есть. Вот, что это? Гладкоствольный автоматический пистолет. Ну, радует слово автоматический. О, миниган есть, это наш... Да, ну давайте вот это вот, что это такое? Так, разобрать, а, то есть у нас уже есть. Переименовать, назад, разобрать. Почему нельзя выбрать? Ой, это как Dead Space. Давайте. Что произошло? Так, как назад выйти? Этап назад. Давайте вот с этим.
Вот, давайте. Автоматический какой-то ресивер. Укороченный ствол, штатная рукоятка, модификация, штатный магазин. Ну, давайте, я не знаю, что-нибудь нажмем уже. Ни хрена не знаю, что тут делать. Короче, да, выходим. Все, погнали. Да, вот эта штука. Инфо, привет. Ну, нафиг все это надо. Пошлите, выполним задание, и я уже выключу игру. Стволы-то у нас есть какие-нибудь? А, подожди, а патроны-то тут можно купить? Где тут? Вот тут надо, нет? Вот, подожди, магазин, оружие, броня, броня. Давайте броню посмотрим. А чё ничего не нажимается-то? Дерево, сталь, магазин, необходим уровень 2. А у меня какой? Я вроде только что качался. Оружие, пища, напитки, больницы. Значит, наверное, вот тут оружие. Блин! Блин, сволочь, где оружие? Скорость, вес, цена. Вот, допустим, этот. Короткий ствол. Короткий ствол. Все уже прошли давно эту игру, а я тут не могу разобраться, что в ней делать. Жопу, короче. Погнали. Куда нам надо? Так, ну, зато я кое-что понял в этой игре. Вот здесь есть такая, такой квадратик с палочкой. Это значит, нам туда. Когда он будет на центре, вот туда идем, да? Туда? Нет? Я же правильно иду? Наверное, туда. Что тут, радиация, что ли? Од. Справа, видите? Од. Что-то написано. Что это было? Что-то я взял. Короче, я выбрал достаточно самый оптимальный... Ну, мне показалось, более-менее оптимальный вариант... Лопаты какие-то тут еще нарисованы. Оптимальный малиант. Оптимальный вариант для глаз. То есть вот этот ярко-ярко-ярко... Бледно-бледно-бледно-желтый интерфейс. Так. Ну... Идем. Что можно сказать? Идем, да. Кстати, а куда наши... я что-то сделал. Карьер, что-то там, пикет какой-то. На самом деле, у меня во всех играх такая фишка, особенно в онлайн. Ну, не особенно. Но, в общем, онлайн-игры многие, это, не считая, например, какой-нибудь шутер, типа КС, это какая-то некая прокачка такая, да? Да, онлайн-игры. И когда я захожу в эти онлайн-игры, то, соответственно, меня все месят. Я тут скачивал World of Tanks. Я не знал, что там делать. Точнее, я знал, что нужно стрелять, но вот эта вот плохая ориентация в игре, это очень-очень... Что это такое? А ничего, что у меня патрон нет? Опа, что мне там мобильник звонит? Напоминание какое-то. Отлично. Так, идем дальше. Куда идем? Туда идем. А долго мне переть тысячу? А, да, карта же есть. Карта. А тут можно как-нибудь... Во, смотрите. Маус один. Подожди. Нельзя, что ли? Локальная карта. Ой. Это что, как достать соседа игра? Чё с музыкой? Чё такая громкая? Потише сделайте. Так, ну так чё насчёт игр? В общем, да, сложно достаточно ориентироваться. Необходимо всё как-то разузнать. Иногда проходит... Я пройду иногда всю игру. Причем не один раз. Ну, наверное, один раз. Допустим, пройду игру, и только под конец до меня доходит...
Почему я не прокачивал ту хрень? Почему я не выполнял дополнительные эти задания? Почему я что-нибудь там не делал? В общем, вся суть игры... Это враги или друзья? До всей сути игры я в основном дохожу со временем, причем с очень большим временем. Как только я ее всю пройду, только тогда я в нее вникаю. Вставай, тварь! Будем сейчас восстанавливать человечество. What do you want? We don't need any more trouble around here. It's okay. I'm with the Minutemen. I'm here to help. You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traitors, but honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days after Quincy. Bad business, that. Do you want my help, or should I be on my way? Don't get the wrong idea. I'm damn glad you're here. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks, stealing food and supplies, threatening to kill us all if we don't pony up. We know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. Don't worry. I'll take care of those raiders for you. Thanks, friend. If you folks are for real this time, it'll be a welcome change for the better. Я прослушал немного, что она говорила. Ну ладно. На самом деле игра неплоха тем, что ее, я не знаю, как это назвать, оптимизировали или наоборот графику не добавили, потому что сейчас всякое говно выходит с якобы супер графикой. Да, она супер, ну, в смысле, неплохая, но не, по-моему, соответствует. Ну, как, скажем, многие говорят, прям кинематографичная, там фотореалистичная, но это, мне кажется, только кинематографический трейлер или реально реалистичная, а игра сама... Как StarCraft, знаете, трейлер охрененный. Ну, это другая категория игры. Ладно. Так, что делать? Так, что делать-то реально? Сюда, что ли, идти? Подожди. Что делать-то, ёпперсоте? The only way you get old in this job is assume everyone's out to kill you. Подожди, а может вот туда идти? Ну это далеко, я и то и не знаю, нужно ли нам туда. Я хочу быстро переместиться. Вот цех сборки машин. Корвега. Перебить рейдеров. Вот это что ли? Смотрите, мы находимся тут. Соответственно, нам ближе вот эта точка. Да, давайте туда переместимся. Если вам нужно быстро восстановить здоровье или вылечить травму, конечности, стимулятор. Ваш выбор. Да, круто. Смотрите, я достиг уровня 4. Мне это вообще ни о чем не говорит. Единственное, о чем мне это... Единственное, о чем мне это говорит, так это о том, что я... Немножечко зашел в игру, да. Кожаная броня обеспечивает дополнительную защиту от энергетического урона. Хотел сказать уровня. Опа, это что такое? Это что? Отлично. По-моему, мы быстрее бы добежали. Так, а тут патрон нету? А я не знаю, есть ли нету. Ну что же, посмотрим. Уже рассвет. Меня это радует. Мне нравится рассвет. Я очень люблю летний рассвет. Замечательно. В 4 утра, когда никого нету на улице. Просто как после апокалипсиса вообще. Ну, либо город, либо лес. Парк. Пустота. И такое слегка розоватое солнышко. Ой, горизонт. Оттуда встает солнце, да. Такая тишина. Очень круто. Так. И ты с удочкой сидишь. Что произошло?
Это враги, нет? Я не знаю, кто это. He bought them fair and square, Trudy. Ain't our fault if he's strung out. Now don't make me come in there and shoot up that little trading post of yours. Так, ну ладно, пойдем. Да, какого? Слушайте, если я сейчас всру, я не знаю, я нафиг выйду. Я не буду даже продолжать, потому что я не знаю, что тут надо делать. У меня нет ни одного патрона. Ой, ну есть три патрона, но с ними я мало чем смогу сделать. Что я сделал? Тут какая-то фабрика, да? Какое-то здание, строение похоже на фабрику. Железная дорога. Ну, я же почти пришел. Видите, автосохранение. Ну, все. Может, через годик сохранился. Войду скоро. Так, забираемся на этот эту корягу. Что это, я не понимаю вообще. Как мне туда попасть? Давайте, давайте, давайте. Вот, смотрите, Лексингтон. Да. Мне кажется, мне за каждое санное строение будут давать этот плюсы какие-то эти обнаружения. Ну, смотрите, вот эти 70 что-то метров тут. Ну, давайте сюда зайдем, посмотрим. Что тут? Ну, давайте. Ну, что? Что тут? Вот, смотрите, вот бутылка какая-то. Хладагент. Я не знаю, зачем он нам нужен. Блин, мы вообще все берем. Вот, смотрите, все. Кружка какая-то ржавая. Зачем она нужна вообще? Ой, 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 ой. Ой, что это зомби? Радиация какая-то. Подожди, а как? А как? Ой, чё стой, стой, чё произошло, стой. Чё? А, это есть у чуваки, с которыми мне нужно разобраться, что ли? Подожди, ну-ка давай. Управление, атака, прицеливание, блокирование. Во, нет, атака маус 1. Удар, мощная граната. Удар, левый альт. Я так понимаю, мне альтом надо их долбить. Это ч... Дикий гуль. Это дикий... Что происходит вообще, ребят? Меня сейчас сольют, я чувствую. Тут там палит еще. Чувак, почему ты так медленно бежишь? У тебя адреналин в крови, знаешь, как попер сейчас? Ой. Что это там произошло? Че, война началась? Взрыв какой-то, видали вообще? Ой, что там происходит? Ёпас это. Подожди, это люди были? Ой-ой-ой, это рейдер какой-то ссаный, не надо. Что происходит, я не понимаю. Ладно, чуваки, если меня убьют, я не буду расстраиваться. Так, ладно. А где мне патроны-то взять? Надо было в том бронированном чуваке ходить. Там был миниган. Вообще гигантский мост, походу, просто. Это... И второй части... Ладно, не важно. Ну чё, давайте сольемся тогда. Я не знаю, что еще сделать. Вон там люди какие-то. На... Огневая поддержка. Давайте, я не знаю, как... Вон там гопник бежит. Эй, слышь. Чё... О, смотрите, робот, наш напарник. Произошло. А это не наш напарник. Так, ну ладно. Ладно, чуваки, наверное, на этом завершим. Я не знаю, зачем я это буду выкладывать. Ну ладно, пущай будет. Да. Что-то как-то последние годы, несколько лет,
Вообще, вот эти игры, ну, бывают моменты, конечно, иногда охота поиграть, но все равно иногда бывает такое, что... Да нафиг эти игры, типа того, неинтересно уже как-то становится. Видимо, наигрался, может, вырос уже. Все-таки игры, как раньше считалось, для детей, но... Ну, ладно, так, ну что же, наверное... Наверное, я не знаю, чем будем делать. Наверное, завершим. Да, завершим. Всем пока, короче.